студентом математического факультета. И ситуация будет такова. Матьмак, ну, давайте. Студенты математического факультета. Итак, вот все, пожалуйста, болейте друг за друга, потому что здесь немыслимо сложно выступать, да, особенно в таких спонтанных ситуациях. И выступают сегодня на сцене самые сильные вожатые ваших педагогических отрядов. Итак, а ситуация для математического факультета такова. Дети из вашего отряда хотят петь на сцене, но у них нет голоса, номер ужасный, слышать их никто не хочет. И как раз на этот концерт приезжает комиссия спецуниверситета, чтобы поставить вам оценку за практику. Я пришел сегодня в зал, чтобы вам рассказать хорошую песню. Сейчас к нам идут, наверное, вожатые, и мы будем петь сегодня на вечере. Смотрите, Наталья Александровна. Анна Алексеевна. Где? А ваш мальчик? Просто прелесть, а не мальчик. Я не знаю, где вы такого нашли. Слава! Ну, молодец. Самое прекрасное, это то, что они буквально за 30 секунд сами организовались и вышли на сцену. Мы очень поаплодируем. Концерт, Сергеевич. А где же ваши команды? Смотрим все в зеркало. Как? Смотри, вот какое зеркало? Это не зеркало. Это рисунок. Кто-то нарисовал рукой. Все, а меня кто-то нарисовал? Да. Молодцы. А почему я там двигаюсь? А он энергичный. Ты не двигаешься там, потому что у тебя нет отражения в зеркале. И я не знаю, что это значит, вожатый. Сейчас он нам подскажет. Рэп, давай читай. А где же ваши фанаты? Давай посмотрим на ваших фанатов. Ну-ка. Записывать и снимать на камеру. Они будут болеть за меня, Слава. Да, сегодня к нам придет Слава. Слушай сейчас ты нас, потому что мы вам расскажем сказку. Да? Ему Слава нравится. Супер, ему... Это будет... А давай попробуем. Попробуем петь песенку. Будучи веселыми и уедем такими тошными. Антошка, пойдем-ка бать картошку, Антошка, готовка к картошку. Антошку! Мы поем соло. Прикольно. Мы поем соло на вечернем концерте. Вот это вот. Да. А знаете, кто вам будет подпевать? Смотри, кто вам будет подпевать. Послушай меня, секундочку. Ну-ка, где наш подпевальный хор? Соло. Ну-ка, где наш хор подпевальный? Соло. Хочу соло. Нету хора. Соло. 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 Надо соло. Давай. Будешь соло. Мы подключимся. Все ради тебя. И вот это вот сегодня вечером. Это был математический факультет. А номер-то не отрепетировали. Как всегда. Ну, на концерте выступим? Ну, вам понравилось? Да!